Родился я в Ногайском районе, в селе Тереклемектеп, Дагестан. По национальности я ногайц. В детстве был журнал «Половецкая луна». И там я читал отрывки, эпосы про Эдыге и про героев. И тогда мне, что это ногайские герои. И я начинал изображать в своих картинах Эдыге. Еще в детстве, наверное, это 8-9 лет, вот как-то вот так. К тому времени, еще помню, был фильм «Терминатор», «Робокоп». И мне хотелось именно сделать своего героя, национального героя, именно ногайского героя. Это, наверное, больше укрепляло самосознание, как ребенка. Мне этого хотелось, именно чувствовать себя ногайцем. Ногай погиб в 1300 году, а имя народа Ногай появляется почти через 200 лет, в конце 15 века. И еще немецкие ученые 18 века заметили сходство имени ногайского народа с именем этого царевича и связали их. А потом отец нашей профессиональной историографии Николай Михайлович Карамзин утвердил своим авторитетом эту версию. С тех пор она гуляет и по учебникам, и по ученым монографиям, и так далее. Я считаю, что это неосновательно. Можно ли считать ногайцев потомками Эдыге? Понимаете, одного человека нельзя считать предком целого народа. Эдыге был предком правящей династии, правящего клана мангытов в Ногайской Орде. Предками ногайцев однозначно я считаю восточных кипчаков, тех, кого называли на Руси половцами. Пройдя сквозь период монгольского завоевания, Золотой Орды, смешавшись с разными тюркскими и монгольскими племенами, постепенно в течение 15-16 веков образовался ногайский народ. Всегда хочется туда вернуться, быть там. Я родился в селении Гиметюбе Бабаевского района, Республика Дагестан. 6 лет переехал в Нижневартовск. Стабильно каждое лето я проводил, хоть и рос в Нижневартовске, но все лето проводил в Дагестане. Там было хорошо. Отец всегда говорил, что мы принадлежим к народу ногайцев. Старался не забывать, с какого народа я принадлежу. Всегда говорил. И я сам интересовался историей. Не так силен, но стараюсь как-то что-то узнавать. Это то, что наш народ был воинственный, конечно, это дает некую энергию, сил, чтобы стараться как-то соответствовать былому величию. Выступая в Токио, мы выступали без триколора, на пьедестале не играл наш гимн, но я ни капельки не сомневаюсь, то, что мы доказали всему миру, стоя на пьедестале, какую страну мы представляем. Был максимально заряжен, был тренерский штаб, была команда, и команда сработала на ура, придерживался ко всем рекомендациям, и у нас получилось. Как ранее говорил, я как острия выпущенной стрелы, которая попала прямо в цель. Да. А лук и так далее, тетива, это все, вся команда, очень много людей задействовано. За что огромное спасибо моей команде. Я всего лишь кончик выпущенной стрелы. Был такой момент, когда мне одногруппник сказал, я, говорит, не думал, что человек с твоей национальностью может рисовать круче, чем мы. Тогда для меня это было неким таким знаком, что не то, чтобы мы не хуже, чем другие. И я понимал, что я не только ногайц, но я могу быть в своей сфере, в других сферах быть лучшим и могу представлять там
Кавказ, Россию, ногайский народ на международной арене. Золотая Орда распалась на несколько государств. Так распорядилась история. И получилось так, что Ногайская Орда была, во-первых, самым обширным государством из наследных вот этих осколков и самым многолюдным одно время. И вот если мы посмотрим фольклор, исторические предания, башкир, каракалпаков, других народов, постоянно везде эпитет «Санс из Ногай», «Бесчисленной Ногай». Ну, по очень приблизительным подсчетам, которые я провел, на апогее могущества население Ногайской Орды могло доходить до 1 000 000 человек. Для кочевого общества это колоссальная цифра. Вот. И, естественно, 1 000 000 человек – это огромная конница. И, конечно, с этой силой считались. Вот этот апогей, вот, ну, скажем, середины 16 века, конечно, превращал государство ногайцев в очень такой существенный политический фактор вот в истории Евразии. С ним считали все окрестные государства, конечно, не исключая Россию. 15 век, когда ногайцы себя проявляют громко во внешней политике, и Москва осознает, что на Востоке возникло очень значительное политическое объединение. Вот. Причем это политическое объединение представляло собой не только, скажем так, грозную военную силу, но также представлялось очень таким вот выгодным партнером во многих отношениях, в торговле в том числе. Ногайское посольство, скорее всего, после литовского, было одним из самых значительных и самых таких вот впечатлявших москвичей, скажем так. Одна была особенность в ногайских посольствах. Приезжали не только очень знатные там мурзы, князья, да, там их окружение и так далее, но и пригонялись огромные стада, огромные табуны лошадей. Лошади представляли собой значительную статью торговли. При этом надо сказать, что ногайские ведь лошади ценились там не за красоту там, и так далее, да, то есть это были на вид совершенно невзрачные животные. Но поскольку это лошади кочевников, и именно из-за этого они ценились, из-за своей выносливости, из-за того, что ногайская лошадь была абсолютно неприхотливой, и вот с ее помощью можно было решать очень важные для того времени задачи. Что такое ислам? Ислам же это красота. Я потом это изучал, что есть даже старые там в книгах изображения, где и изображают это и лицо, и цветы, и сюжеты. Ну, я верю в то, что чувствую. Я чувствую, я не могу сказать, что это дух предков, да? Я чувствую присутствие. Я не верю, что человек умирает и он исчезает. Я всегда, один раз я такую фразу сказал при разговоре, что со мной рядом больше тех, кого сейчас на земле нету. И мне иногда кажется, что они помогают мне двигаться и защищают. Идигей, обладая огромной властью над множеством подданных, он не имел легитимных оснований для управления. Он не принадлежал к роду Чингисхана, к Алтан-Урогу. Ему нужны были другие основания. И придворные идеологи, возможно, тут участвовал его сын Нур-ад-Дин, они изобрели такую версию, генеалогическую легенду. Это очень распространенное явление в древности и в средние века. Через реальных и вымышленных предков, через их череду, происхождение Идиге возвели к преемнику пророка, первому халифу Абу-Бакру. Но для того, чтобы сделать
фигуру Абу-Бакра значимой для массы подданных, нужно было обратить их в ислам. Исламизация степи происходила с территории, да, вот в основном Средней Азии, и это были дервиши. Это был суфизм. А почему суфии? Потому что как раз вот дервиш – это не классический исламский ученый. Жизнь – это вот некие скитания. И он может скитаться вместе с кочевниками, перекочевывать и так далее. Этот вот суфизм – это такое мистическое восприятие ислама. Кочевника очень трудно сразу же приучить 5 раз в день молиться. Вот. Его необходимо привлечь чем-то таким, да, и вот его привлекали дервиши через вот эту вот, да, мистику, через какое-то такое вот мистическое познание Бога и так далее. И затем постепенно приводили к мысли о том, что, ну, вот надо и 5 раз в день молиться тоже. Мы находимся в соборной мечети аула Дилхалк Ногайского района Карачай-Черкесской республики. Сунниты-ногайцы. Сунниты и придерживаются мазхаба Абу-Ханифа. Вот. Это все ногайцы и в Дагестане, и в Чеченской республике, и в Ставропольском крае, и в Карачай-Черкесии. Вот. Где вот ногайцы проживают, они везде придерживаются суннизма и мазхаба Абу-Ханифа. Когда я вот 25-й год, как я имам, вот скажу, не поверите, когда я вот только что был имамом, был период, когда за мной стояли старики, они были бедные, уже были пожилые люди. Вот как они все умерли. Был такой момент, когда за мной стоял только один человек. Вот. А сейчас вот вы видели, сколько людей было. Вот. Альхамдулиллях, вот с каждым днем народ прибавляется, народ как-то подтягивается, вот как-то вот смотрит в религию. Естественно, я изначально и по сей день я это делаю для ногайской истории. Много картин, кому я посвятил, там разные национальности. Кровь-то у всех одинаковая, мы все богаты культурой, разнообразием этим и в России интересно. В 17 веке под ударами калмыков, которые занимали ногайские степи, под влиянием междоусобиц, стала рассыпаться эта вот прежняя кочевая империя. То и дело, в Ногайской Орде вспыхивали междоусобные смуты. Одна группировка аристократии Ногайской вытесняла другую. И вот во время одной из таких смут потомки Бея Юсуфа перебрались в Московское государство, в Россию. А поскольку они были бийского, то есть княжеского рода, они перешли в православие и стали называться князьями Юсуповыми. Ногайский народ сыграл очень большую роль в становлении российского государства. Это признано и нашими российскими историками. И все. Ну, достаточно назвать, наверное, хотя бы две фамилии. Юсуповы и Русовы. Это знаменитые дворянские. Ну, в особенности Юсупов, это самый богатейший дворянский род был, да, но они все выходцы из Ногайской Орды, они потомки нашего ногайского Бия Эдигея, который основал Ногайскую Орду. Ну, Петр Русов самолично убил уже Дмитрия, вы знаете, да, и интересно, да, еще как бы повернулась российская история, если бы не было этого исторического момента, да. Мы находимся около мемориала Победы, который был построен на народные средства с помощью администрации района к 75-летию Победы советского народа над фашистской Германией. На мемориале занесены фамилии всех наших воинов-земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне. С нашего района ушли
2500 человек, вернулись в родные края только 621 человек. Много воинов разных национальностей. Здесь и русские, ногайцы, армяне. Тогда и сейчас наш район является многонациональным районом. Люди жили в мире, дружбе и согласии. Мой отец, да, участник Великой Отечественной войны. Он с начала войны до самого конца, до 45-го года, до 1 апреля 45-го года воевал танкистом. Ну, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Латвию, Ригу, освобождал Эстонию. С нашего аула погибли и не вернулись домой 86 человек. А вернулись 62, когда уже, как говорится, враг, когда идет, это уже все нагайцы, уже как, они как государственники, как народ-государственник, он, конечно, станет на защиту своей страны. Нагайцы – это мы коренной народ, именно российский коренной народ. Мы коренные жители 6 субъектов Российской Федерации. Значит, Дагестан, Ставропольский край, Астраханская область, Карачаево-Черкесия, Чечня и Крым. Здесь в России у нас, в России сохранился язык наш, наша культура, наша история Россия. Это как раз является нашей страной, нашей родиной. Когда с Турции нагайцы приезжают к нам в гости, мы за спиной там говорим, турки пришли. И я у них как-то спрашиваю, когда мы туда приезжаем, вы за нашей спиной говорите? Там они, да, говорят, мы за вашей спиной говорим, русские пришли. Я когда рисую, возможно, открывается такой некий воображаемый портал, и через этот, наверное, такой портал я получаю силу и творю, потому что это все требует творчества, усидчивости. Открывается некая там генетическая память, открывается сакральное знание. Некоторые вещи, которые я рассказываю, мне спрашивают, ты откуда это знаешь, кто тебе это сказал. А рисуя своих героев ногайских, ты ощущаешь их не то чтобы рядом, ты ощущаешь, о чем они думали, что они хотели, как они там двигались, как они жили. Ты эти вещи ощущаешь. Я очень горжусь, что во мне течет эта кровь. Это как некий дар, как будто твои предки подарили тебе вот эту историю. Мне приятно, что мои предки были воинами, сильными. Вот. И это дает мне силу по сей день. Обычный мини-маркет, которых везде полно. Но чем он получился необычным, я сама этого не ожидала. Помогали продавать картины моего двоюродного брата Алибека Кайлакаева, его репродукции, его картины и наклейки. И мне когда посоветовали, почему ты не продаешь книги, ногайскую литературу. А кто, говорю, читает книги в 21 веке, век гаджетов, все есть в интернете. Ну, ты, говорит, попробуй. Я попробовала, поставила сначала 5 книг, потом люди начали приносить из дому. И, к удивлению моему, книги начали продаваться. Раньше не было как таковых фамилий. Этот каждый род имел свою родовую тангу. Сейчас уже все имеют фамилии, да, по фамилии называют, но помнят по сей день свою родовую тангу, последнего вот деда. Я из рода Мойнапа, Найман, группа была Найманы, и вот туда несколько родов входили. Я знаю свой крик. То есть я как-то вот тоже дитя уже 70-х годов, уже оседлавшаяся ногайка, да,
Я знала, что я из рода Мойнапа, но знак я не знала. Дедушки нет, отца уже нет давно. Спросила у дяди. Дядя говорю, а у нас какой знак? Он мне показывает на своих баранов, воткает нас крест. В нашей Ногайской степи, в Харангой мы называем, у нас четыре рода. Это кипчаки, мунгуп, терекуп и найман. И вот каждый свое имеет тамги. Ставили на знамя, на животных ставили. Чтобы это делали, чтобы кровосмещения не было. Понимаете, своего рода нельзя было жениться. Ну, в Астраханской области традиционно проживают четыре группы ногайского происхождения, которые, собственно, субэтнические группы ногайского народа. Это ногайцы-карагаши, к которым я имею честь относиться, юртовские ногайцы, потомки Астраханского ханства, утары, ногайцы-утары и кундрусские ногайцы. Жизнь ногайцев астраханских, она, так скажем, чем интересна? Дело в том, что в 30-е годы, там директив, даже примерно 25-26 года нас причислили к татарам. Причислили к татарам, и вот считалось очень долго, до 80-х годов, что в Астрахани вообще никаких ногайцев нет. Сейчас у нас представители юртовских ногайцев, которые почти 90 лет ориентировались, да, на Казань по своей культуре, по языку, они, у них, да, такой всплеск, можно сказать, как Лев Николаевич Гумилев сказал бы, пассионарности. Да, они начали вспоминать свои корни, подняли материалы метрических книг, там четко написано именно ногай, арабица. На меня повлияла моя бабушка. Вернее, она не родная бабушка, а старшая сестра моего отца. Она как-то вот так вот спросила, а кто ты по национальности, Балам, да, сыночек? И я сказал, татарин, как меня учили в детстве. Говорит, нет, ты не прав. И у меня как-то когнитивный диссонанс, да, как это так? А кто же я тогда, да, несколько раз так вот она, так скажем, ковыряет, задает этот вопрос. Я говорю, кто я тогда? Он говорит, ты ногаец. Ногайца просто пройтись по степи, просто вот возьмите степь, вот вы стоите один в степи, либо ночное небо взять, либо просто жаркий день, и ты слышишь насекомых, ветер, полынь, запах полыни, и ты просто идешь по степи. Вот это что-то, когда горизонт чист, вот мне всегда приятно, когда горизонт чист. Мне даже приятно, что от моего дома город чуть подальше. Мне в душе приятно, в городе я чувствую дискомфорт. Когда горизонт чист, тебе кажется, борьба будет равной. Вот как-то вот так. Дело не то, что враг, да? Просто здесь все честно, когда степь чистая. Один человек перед смертью своему другу говорит, пойдем пройдемся. Ну, на ногайском это звучит. Юрюрикш. Шульмен, типа, давай пройдемся по степи. Только ногайцы это поймет. Это еще не ветрено. Бывает еще сильнее ветра. Обычно у нас этот ветер называют Марьяна, потому как он дует с Каспийского моря. На сегодняшний день в Чеченской республике проживает около 4000 человек. Они находятся в 5 населенных пунктах компактного проживания. Самое большое село – это наше село Сарысу. Как были наши предки ногайцами, так и мы продолжаем и говорим, своим детям говорим, что мы есть представители великого ногайского народа. За счет этого, наверное, мы, как то, что живем в одной степи, это, наверное, нас и сближает, это нас и держит. Степь – наша родина. И без степи жить, наверное, мы не сможем. Хоть какие бы красивые горы ни были, как писала Кадриада, кто сказал, что с вершин начинаются горы? Кто сказал, и кто он таков? И в конце у него идет там равнины. С равнин начинаются горы, а не с вершин. Вот и на эти равнины нас тянет всегда, где бы мы ни были. Ну, многие говорят, что все ногайские песни – это типа
страдание, там что-то такое, как бы оплакивание. Оплакивание — это не обязательно, что горе. Оплакивание — это, возможно, в нашем понимании, в ногайском, это поминание ушедших, то есть не забывать о них, то есть воспевать своих предков. Раньше вообще сказители, они были как носителями информации. Человек через песню мог рассказать все, что происходит на той стороне. Смерть сына, хану, человек-сказитель поет. И тогда даже момент есть, когда наказывает не самого сказителя, а дамбру заливает свинец. Вот что. Почему ты мне горе принес, говорит он сказителю. Это, говорит, не я, это дамбра. Родился здесь, ну, как бы родители жили до моего рождения в соседнем ауле, родина моего папы, а потом перед рождением они переехали сюда, в Тереклемектеп. Ну, я вот 1981 года здесь. Некоторые даже предлагали, когда я уже окончил консерваторию, переехать в другой город, работать там, может, по профессии, может, не по профессии, но я говорю, нет, я когда учился, я вот с такой целью поехал в Астрахань, чтобы вернуться, как бы созидать здесь для своего народа. Род, да, мой, все музыканты. Ну, музыканты не профессиональные, как бы самоучки. Я один из первых, который окончил училище, консерваторию. Потом двоюродный брат тоже окончил колледж. Вот. А дедушка, отец, две дяди, они самоучки, самородки. И вот с детства все пошло, думал, все, надо возрождать, как бы. Примерно две недели минимум надо хороший инструмент изготовить. На быструю руку не получается. Можно сделать, но это уже не то будет. Мы стараемся, конечно, все время усовершенствоваться, работать над звуком, над узорами. Я чувствую ответственность перед своим народом. Вот это главное. Потому что если не я, другой, наверное, не возьмется. И вырос в селе Каясула, это здесь Ставропольский край тоже, Нефтегумский район. И у нас не было музыкальной школы. Ну, мне это нравилось, я не знаю, так получалось. Я слышал какую-то мелодию, и мне тут же ее хотелось подобрать. Я брал инструмент, и вот методом тыка я подбирал эту мелодию. И в 80 километрах от нашего аула есть аул Тереклемектеп, это районный центр, райцентр Ногайского района. И там есть музыкальная школа. Естественно, так как там это Ногайский район, там все ногайцы, и директором этой школы на тот момент был Кудайбердиев Яхья Таймасханович. Его многие в нашем народе знают, известный очень человек. Яхья Таймасханович тогда меня очень хорошо поддержал. Я раз в 10 дней ездил в Терекли на автобусе на занятия. И вот так я проучился 2 года. Тогда вот Яхья Таймасханович, он, можно сказать, настоял на том, чтобы я поступил в Астрахань, в Астраханский музыкальный колледж. Среди ногайцев у нас нет ни одного музыканта-саксофониста. И вот ты будешь нашим первым саксофонистом ногайским. После Астрахани я уехал в Москву жить, погружаться в композиторство, если можно это так назвать. Мне позвонил Арсланбек Султанбеков, есть такой. Композитор, музыкант, вообще очень известный деятель ногайский. Встретившись, мы, во-первых, долго разговаривали,
играли на инструменте, он там, я вместе, вот какой-то такой сразу случился коннект, взял в руки дамбру. Для тех, кто с детства играет, наверное, в дамбре, у них такой трансформации не случается, скорее всего, и они, может быть, и не задумывались про это. Но я-то как бы по другой дороге пошел, и с другой дороги в итоге пришел сюда. И тут у меня вообще такая ломка была непонятная. Я думаю, тут две струны, как вообще, на что опираться, не поймешь, когда выстраиваешь гармонию, на какой из этих струн с двух, вот. Наверное, это такой небольшой вызов был для меня, и потом уже мне стало интересно, а потом, чем глубже я погружался в это, тем большую внутреннюю гармонию с этим я чувствовал. Когда я сочиняю музыку, я для себя такую ассоциацию представляю. Во-первых, ветер. Вот. Ветер, степь, раздолье, свобода. И если у меня ассоциируется с этим эта музыка, значит, я попал, так скажем, в такую, в ногайскую стилистику. Вот. И, как правило, потом я часто, и с людьми общаешься, со слушателями, часто они сами тоже пишут какие-то отзывы, и в основном они все там, ну, бывают такие, знаете, там, описания, когда там, я ощутил запах полыни там, или там ветер, или так далее, вот, или степь, там, цветение маков там, и так далее. Ну, какие-то вот такие вот бывают образы, там, как будто там проскочил на аргамаке там, и так далее. Ну, то есть для меня это такой показатель. Если я сам для себя поймал эту атмосферу, смог ее передать, тогда, наверное, это ногайская музыка. Ногайский мир, он всегда на Кавказе выделяется, потому что мы не горцы, мы на праздниках, на любых праздниках ногайцы выделяются именно блюдами, с юртой. Мы как, для меня на Кавказе мы как жемчужина. Наверное, красиво, не однообразно. Не за то, что мы лучше или хуже, а просто мы выделялись и по сей день выделяемся. Устанавливали, изобрели эту юрту, наши ногайцы вели кочевой образ жизни. Они были кочевниками. Почему кочевники? Потому что они разводили очень много скота. Даже один иностранный путешественник описывал, вышел, говорит, и вот не видно, степи не видно, земли не видно. Говорит, до такой степени столько много верблюдов, лошадей, крупного рогатого скота, мелкого скота. Вот останавливается на некоторое время на одном месте, скот быстренько все съедает и переходит, кочует на другое место, где корма много. Юрту в основном обустраивали женщины. Чем отличалась юрта богатых людей от бедных? Юрты богатых людей, они накрывались несколько слоев белым войлоком, а юрты бедных степняков, они серыми, черными войлоками. Знаки, символы, узоры, орнаменты, которые вот в этом войлоке они защищали. Вот ногайцы считали, что их оберегами, и они считали, что отгоняют злых степных духов. Я очень хорошо помню, как в советское время была засуха,
я не помню, сколько мне было лет, но вот я жил у своих родственников в это время, и они мне стали говорить о том, что вот будет проведено моление о дожде. Для меня это было очень интересно, я не понимал, что такое моление о дожде. А действительно собрались один день, то есть вот община села собрала какие-то средства, поехали в степь, принесли в жертву барана, вот, сварили мясо, была молитва, и потом было совместное поедание этой трапезы, и после трапезы тоже была молитва, и это для меня, вот, ребенка было потрясающе, очень интересно, и я понимал, что да, вот это вот то, что нас отличает, это мы, это наша культура. А самое интересное, на следующий день после этого моления пошел дождь. И это мне тоже врезалось в память. Сейчас эти обычаи тоже сохраняются, и это, мне кажется, крайне важно, когда народ сохраняет вот такие свои традиции и обычаи, свою какую-то изюминку вносит в такую вот глобальную культуру, скажем так, да, то есть вот в исламскую культуру. Исламская культура – это же потрясающая, огромная глобальная культура. И мне очень радостно от того, что вот мой маленький народ вносит свою изюминку в эту глобальную, скажем так, культуру. По домам вот эти наши обряды, вот ногайские обряды, тоже как-то была причиной вот сохранения религии. Вот. У кого-то ребенок рождался, кто-то замуж выходил, кто-то в жены брал. Никах – это обряд бракосочетания. Вот. Это начало совместной жизни молодоженов. Вот. Этот обряд, который, как бы сказать, дает начало их семейной жизни. Вот с этого обряда нужно начинать все. Шамин, Алтунай, Ехкемузгай, Тхунгаляда. Аллах Накнадием. Мына сіз отыратан ерде көтіресте отырмайсыз тұғын. Солтанылы Шамил мен, бі Солтанылы Алтынайдың айтқан ебаптарына сіз шаһитлерсіз. Шаһит. Аллах разы болсын, Аллах разы болсын. Ногайский язык – это еще душа. Если ты не знаешь своего языка, это все равно, что ты теряешь свою душу. Также и русский язык такой же, богатый. Допустим, если бы не знал бы русского языка, то я бы не знал бы и стихи Пушкина. Все языки, они богатые. Конечно, хорошо знать много языков, но я очень рад, что я знаю свой язык. И я мечтаю, чтобы я мог бы в это вкладывать и еще больше сохранить эту культуру. С первого класса они учат у нас ногайский язык, потому что именно преобладающее население у нас ногайцы. Приходят в первый класс, можно сказать, в основном они разговаривают на русском языке, но уже в школе идет такая кропотливая, объемная работа по повышению интереса к изучению родного языка. Проблема высочения родного языка связана с вопросами формирования национального самосознания. И на это не могут не повлиять уроки ногайского языка. Родители тоже заинтересованы в этом, потому что, наверное, каждый из них понимает, что вне родной культуры, родного языка мы не сможем состоять как самодостаточный этнос. Осознавая, что численность твоего народа не очень большая, ты начинаешь понимать, да, что если ты не приложишь каких-то усилий к сохранению языка, культуры, да, и всего прочего, то в будущем твой народ исчезнет. Для меня эта мысль нестерпима.
Я не могу с такой мыслью жить, и поэтому я, естественно, стремлюсь, да, для того, чтобы сохранить. Есть сложности и внутри Ногайский, потому что вот Ногайский этнос, он очень сложный. И есть группы, в которых диалекты практически находятся на положении даже отдельных языков. Ну, например, юртовцы Астраханской области. Да? Вот, по мнению филолога Арсланова Леонида Шейхсултановича, это даже практически отдельный язык. С точки зрения филологов, ну, наверное, это даже и неплохо. Да, что есть вот такая вот разнообразная ситуация, есть очень сложная языковая ситуация, но при этом есть одно общее этническое самосознание. То есть все эти люди, несмотря на то, что они говорят на разных языках, они ногайцы. Ну вот, это вот мне примерно напоминает ситуацию, например, с евреями. Да? То есть евреи, которые говорят на идише, есть те, которые говорят на иврите, есть русскоязычные и так далее. Они все себя ощущают евреями. Вот. И, наверное, вот ногайцам, также широко там расселенным и так далее, ну, надо иметь дело с этой новой реальностью. Меня зовут Аль-Мухамедов Ильдар Салаватович. Я сам родом, у нас есть поселок такой Аксарайский. На нашем языке мы его называем Аксарай. Белый город переводится. Вот. Он находится в Красноярском районе Астраханской области. Сам я по национальности ногаец-карагаш. Карагаш-Новайлар, ну, мы сами так себя называем. Занимаемся национальной культурой нашей. Наша организация направлена на то, чтобы сохранить, как бы достать то, что забыто, запечатлить это, все, что было утеряно, восстановить. Особенно это касается языка, традиций, внешнего вида, костюмов. Для чего мы проводим, для чего мы стараемся удержать наши традиции, сохранить их и внедрить сейчас в наше общество, в наше ногайское общество, да, можно сказать, для того, чтобы мы могли показать свою идентичность и тем самым показать в хорошем смысле, чем мы отличаемся, потому что чем мы, то, что нас объединяет в Российской Федерации, мы и так все знаем, это язык, это флаг, это вот все вот наши вот традиции, которые были вот уже на протяжении много десятков лет. Это вот все, это мы все знаем и так. А вот именно то, что у каждого народа своя личная, как говорится, идентичность есть, нам нужно сейчас сохранять, чтобы это и для истории нужно, это нужно и для других национальностей, но в первую очередь это нужно для нас. Я считаю то, что только за счет того, что благодаря политике, мудрой политике Российской Федерации, мы, все народы Российской Федерации, сохранились до сегодняшнего дня. Есть такое выражение «ногайшлык». На русский это приблизительно как «ногайскость». В человеке существует ногайскость. Когда говорят «он настоящий ногайец», это значит, что он последний тебя отдаст. Ему не деньги важны, ему важна честь, не знаю, встретить человека. Дело ответственности нести свою культуру, самобытность своих предков. Потому что иногда думаешь, что делать, чем заняться. Вот мое дело творить, другого что-то другое делать. Тот композитор пишет, вот у него пробуждается, да, о прошлом, там надо что-то написать такое хорошее, чтобы народ возродился, вот, крепким был. У каждого ответственность должна быть. Сила в приверженности к своему делу и сила в ответственности. Потому что, ну, по крайней мере, тех, кого я знаю, во-первых, каждый старается выполнять
свое дело на 200%. Почему на 200? Потому что, ну, нас мало. Как бы, да, у нас, мы периодически видимся, собираемся, когда и шутим. Я говорю, у нас все в единичном экземпляре, все штучно. У нас один художник, который рисует именно вот в таком стиле, да. У нас один скульптор. Ну, я образно имею в виду один, конечно, но у нас там, ну, их несколько, по крайней мере, да, но этого мало. Музыкантов там у нас там на пальцах можно пересчитать. Россия сильна тем, что своими народами. А народы, народы что на народ? Народы – это язык, народы – это культура, народы – это воспитание, народы – это вера. А без России вообще нагайского народа и не будет. Без России это не только нагайцы, это все народы это прекрасно понимают. Без России это все. Это Россия как раз и нагайцы. Как это так? Она не воспринимает себя отдельно от России мимо. Даже те, которые находятся за пределами, они знают, что Россия их родина. Мне кажется, как раз вот сейчас идет среди нагайцев поиск того, что вот это вот важное и где наше направление, куда мы дальше идем. Это крайне важные поиски. Они очень непростые. Но вот там есть и история. Да, конечно же, вот эта вот великая история, она объединяет, она людям придает ощущение той мощи, да, которая есть в их корнях. Но есть и осознание того, что нам дальше идти. Вот это вот будущее интересное, оно как раз-таки сегодня нащупывается, и мне кажется, что вот сила ногайской идентичности не только в истории, но и в том, что у нас есть будущее. Вот у нас таких разных есть будущее, и мы, как ногайцы, видим свое место в будущем.